Добрый день, уважаемые коллеги. Это еженедельный обзор от компании Тикмил, и с вами я, Артур Изятуллин. По паре евро-доллар у нас сегодня наблюдается рост. Европейская валюта отыгрывает потери против доллара в понедельник. Также она закрылась в плюсе и на прошлой неделе. Заделом, конечно, для этого стала политическая разрядка в Италии, где центристы и правые партии смогли прийти к соглашению, выработать условия, на которых будет сформировано правительство. Также у нас в пятницу вышел отчет по несельскохозяйственному сектору, на который рынок очень слабо отреагировал, вопреки его общей чувствительности к данному отчету. Безработица США у нас обновила рекорд, снизившись до 3,8%. Оплата труда, очень важный показатель для ФРС, у нас оправдала прогнозы. Уровень участия рабочей силы снизился, что оказало меньшее давление на заработные платы. Сезонная слабость на рынке труда в США у нас была успешно преодолена майской активностью, которая способствовала повышению спроса на рабочую силу. Однако европейская валюта у нас отыгрывает локальный разворот ожиданий. Она была перепродана в конце прошлого месяца на итальянском кризисе. Паника и спекулятивное давление сумели скрыть действительную степень разногласий между итальянскими партиями, которые вот на прошлой неделе все-таки прояснилось. Целый ряд экономических показателей на прошлой неделе заложил основу для оптимизма по евро. Это прежде всего стали лидирующие индикаторы в среду, а также ВВП во Франции. Мы можем видеть, что ВВП у нас вырос на 2,2% в первом квартале, и что оправдало ожидания. Франция у нас является второй по величине экономикой в еврозоне, поэтому данный показатель, он достаточно сильно влияет на евро, показывает то, как показывает темпы восстановления экономики еврозоны. Данные по розничным продажам в Германии у нас частично оправдали ожидания. У нас показатель вырос на 2,3% в апреле по сравнению с месяцем ранее. Однако в годовом выражении все-таки показатели немного отстали. Что касается лидирующих индикаторов, то экономический оптимизм, индекс климата, индекс качества климата в еврозоне, промышленный оптимизм, они все оправдали ожидания, часть из них даже превысила прогнозы. Также можно упомянуть отчет ОЭСР по еврозоне, который вышел также в среду. Он имеет достаточно высокое влияние на ожидания по экономике еврозоны, также по евро. И он показал нам следующее, что инфляция должна у нас ускориться к 2019 году благодаря политике подстройки в денежной сфере и фискальной поддержки. Фискальная установка, как ожидается, будет оставаться смещенной в сторону стимулирования, то есть государственные расходы будут у нас по странам превышать доходы. И экономика пока, по мнению данного отчета, экономика пока нуждается в мягких кредитных условиях, которые все-таки вскоре должны уступить место нормализации политики. Евро, вероятно, вновь вступает в полноценную зависимость с денежно-кредитной политикой после того, как страсти утихли, вот связанные с итальянским кризисом. И с этой точки зрения нужно внимательно следить за динамикой кредитования населения для приобретения товаров длительного пользования, а также кредитования нефинансовых организаций. Вот здесь представлена эта динамика. Как видите, в 2017 году кредитование, ипотечное кредитование населения, оно с середины 2017 года стагнирует, в то время как кредитование нефинансовых организаций у нас показывает устойчивые темпы роста. Что касается фискальной установки, то, как видите, здесь по 2011 до 2014 года у нас наблюдалось повышение, резкое повышение государственных расходов, то есть поддержка экономики, которая затем заметно снизилась. То есть здесь у нас страны предприняли попытку восстанавливать отношение к долгу ВВП, то есть сокращать это соотношение, и что как раз-таки
у нас стала проблемой в Италии, и из-за чего возникли противоречия между партиями. Спрос на защитные активы на валютном рынке у нас снизился. Это видно из динамики иены и швейцарского франка. Сегодня пара доллар-иена совершенно изменилась незначительно. Торгуется около открытия. У нас капитал хлынул в развивающиеся рынки. По паре доллар-рубль мы видим сегодня снижение. Это как раз-таки происходит на фоне того, что спрос на риск растет. То есть растет спрос на высокую доходность, что заставляет капитал перемещаться в страны, в регионе, где доходность преобладает. Цены на нефть снижаются под влиянием слухов о том, что ОПЕК хочет приступить к повышению квот на производство. Сегодня у нас по американскому сорту наблюдается меньшее снижение, чем по европейскому. Это как раз-таки происходит из-за роста спекуляций по поводу того, что на следующем заседании, 22, которое пойдет 22 июня, нефтяные державы у нас попытаются обсудить возможность отклониться от текущей стратегии ограничения производства. На прошлой неделе у нас энергетический департамент США доложил о росте американской добычи до 10,47 миллионов баррелей. Отчет Baker Hughes указал на рост буровой активности на прошлой неделе. Количество вышек у нас увеличилось на 2 единицы. Тревожным сигналом у нас стало тестовое повышение производства Роснефти, которое под предлогом колебаний внутреннего спроса отклонилось от квоты. И результатом этих тестов стала возможность нарастить добычу на 70 тысяч миллионов баррелей, 70 тысяч баррелей, извините, всего за 2 дня, что говорит о готовности российской компании восстановить рыночную долю и сделать это как можно скорее. Были также сообщения о том, что министры нефти ближневосточных стран провели неофициальную встречу в прошлую субботу, что рынки также восприняли как негативный сигнал по нефтяному рынку. Завтра следует у нас обратить внимание на выступление Марио Драги во Франкфурте, где он, вероятно, выразит свое отношение ЕЦБ к недавним политическим потрясениям в Италии и сформулирует экономические ожидания регулятора или, можно сказать, обновит их. Евро-доллар, вероятно, потянется к уровню 1,18 на этой неделе, однако покупки стоит рассматривать с уровня 1,1680-1,17. Банку Австралии, вероятно, пора повышать стоимость заимствований. И австралийский доллар у нас растет на фоне ожиданий. Сегодня пара прибавила более чем 1%, резко взлетела до уровня 0,76500. На этой неделе, вероятно, будет достигнут уровень майский, апрельский уровень поддержки на уровне 0,078, из которого стоит у нас ожидать фиксацию прибыли. На сегодня все. Спасибо за ваше внимание. Встретимся с вами в среду.